Привет. Сегодня обзор цилиндра RAVBAR Yahki LOX вот с таким ключиком. И инструмента к нему. Вот такой декодер. Значит, поехали. Наша задача найти пин, которые зажаты, аккуратненько продавить его. Если комбинация не собирается, сбрасываем, начинаем заново. Начнем заново. Цилиндр просел. Теперь вот пробуем последний пин. Он дает небольшую оттяжку, он попал в ловушку. Аккуратненько его продавливаем. И замочек открыт у нас. Аккуратненько вытаскиваем, помогаем иголкой. После чего замок работает без повреждений, как новый. Всем пока!